Всем-всем огромный привет! Хочу снять вторую серию своих запасов. В этой, во второй части, я покажу пены для ванны, гели для душа, жидкое мыло и, наверное, скрабы-пилинги. Запасов у меня много, поэтому комментарии типа «Зачем мне столько писать?» не стоит. Я сейчас сразу вам скажу, что у меня много, потому что мне много посылают подарков. Не надо меня осуждать, обсуждать, потому что я этого не делаю по отношению к вам и прошу адекватно реагировать на то, что есть у меня. Я не считаю ваши деньги, вы не считаете мои. Но для тех, кто у меня на канале, я хочу показать вот такие три геля для душа. Если вы считаете, что таких запасов достаточно, то я думаю... Первая часть видео закончена, и мы с вами попрощаемся. Вам лучше выключить и ждать следующего ролика. Те, кто считает, что этого мало и хочется посмотреть чуть побольше, прошу оставаться со мной. Но если вы считаете, что этого достаточно и остались тоже, карвалол вам в помощь, ну или валерьянка, что у вас есть под рукой, и давайте смотреть. Ладно, шутки в сторону. Просто на некоторые комментарии вчера меня это... Ну, не сказать, что повеселили, конечно. Напрягли, может, в какой-то степени. Но если будете трогать ребенка или там писать что-то невежливое в отношении меня, моей семьи, моей квартиры, то я буду банить. Я буду удалять комментарии. И, ну, в общем, я не буду вас оставлять на канале, смотрите уже потом, но комментировать не сможете. Давайте начнем с пен. Вступление, я думаю, я закончила, потому что у меня серий будет много, если каждый раз писать одно и то же, ну, я вас услышала достаточно. Пена для ванны литровая, весенний сад, очень ее люблю, пены Вейвен замечательные. Следующая пена, жасмин и белый чай. Буду показывать достаточно быстро и не буду говорить в этот раз тоже, от кого приехала, потому что практически все у меня подарки. Пена «Сочная манго». Так вкусно пахнет лимонадом, очень ее люблю. Классная. Также пена «Орхидея и малина». Вот такая красавица. Из больших еще одна – это ландыш. Ландыши я люблю. Аромат ландыша. Есть вот такой снеговичок. Недавно ко мне тоже приехал. Такой прикольный. И вот такая вот кругляшка, зимняя роза. В первой части мне написали комментарий, что Света, может тебе это все продать? Девочки, честно, мне посылки присылают не для того, чтобы я все продала. Ну, согласитесь, если бы мне нужно было бы сделать ремонт, то я копила бы деньги, а не кусковое мыло собирала. Ну, давайте уже оставим эту тему. Крем-гель, банановый рай. Ну, теперь будут гели. Сейчас я начну большие, потом маленькие. Вот этот я уже использую. Это мой любимый от Коры. Тут эфирное масло мандарина. Очень-очень вкусно пахнет мандарином. И он идет со скрабирующими частичками. Вообще очень классный. Нравится. Из больших вот такая еще новиночка у меня с ароматом грейпфрута и апельсина. Это такая вкусняха вот с такой девушкой там внутри. Так, сюда. Из высоких от Санте у меня еще есть сочный дуэт. Арбуз и дыня очень тоже вкусно пахнет. Дальше. От Ифраше. Вот такое вот. С кокосиком. Кремовый. Гель кремовый. От Johnson Body Care шел в наборе. Тоже подарок был. Но я разобрала, чтобы коробочку большую не держать. И у меня отдельно. Теперь все. От Faberlic у меня новинки. Не смогла устоять. Это уже я сама купила, хотя у меня много запасов. Но так хотелось. Тонизирующий с грейпфрутом кремовый гель. Я не могла мимо кремового. И очень хотелось попробовать мятный, кремовый мятный аромат такой жвачки. Вкусненький.
Так, наверное, я вот так сделаю. Вот, уместились. Давайте я Эйвон еще покажу. Вот Эйвона у меня много. Единственное, я, как и шампуни, разобрала вчера, кое-что на подарки отложила родственникам, то, что сама покупала. И сейчас с гелями то же самое произойдет. Вот такое сердце Индонезии, прям так он густой, такой красивый. Этот у меня уже используется зимнее волшебство. Очень красивый, позитивный такой. Само оформление красивое. Вот такой подарок, морская лагуна. Вейвен хорошо пенятся они. Вчера мне еще так написали, интересно, так много химии дома, но я не думаю, что мы прямо отравимся, если закрытые банки будут стоять в тех же самых запасах. Так, от Эйвон еще у меня есть гармония. Это ландыш и яблоко аромат. И ароматерапия, восточная орхидея и малина. Далее. Один из моих любимых цитрусовым ароматом. Очень вкусный цитрусовый заряд. Прям открываю все, нюхаю его. От Oriflame несколько штук у меня, но будут в разброс. Я сначала все большие показываю. От Discover Bali аромат. Discover вообще идут они по странам. Так. Еще один от Discover есть. Японский, да, Япония. Ну, я читаю на русском уже сразу. Так, вот такие две красавицы ко мне приехали тоже недавно. От Palmolive. Ну, очень красивая упаковка. Оформление, расслабление, твое расслабление. Первый. И твое наслаждение второй. Ну, смотрите, какая красотень. Вообще прямо настолько красиво. Я видела еще с розой, красной. Вот они все в ряд, если так красиво смотрится. Ну, кому нужно 2-3 штуки, они не поймут. Ну, вот кто, как я, любит много-много и вот так вот разглядывать, тем сейчас хорошо. Ну что ж, релаксируем дальше. От Le Petit Marseillais белый персик и нектарин. И ванильный. Очень вкусный аромат, тоже ванильный. Далее. От Dove есть у меня вот такой, по-моему, с миндалем аромат. Миндаля он кремовый. Нет, фисташковый. Фисташковый крем и магнолия. Вот такой вот от Dove. Следующий от Palmolive. Тоже, смотрите, вот есть Palmolive вот такой. А есть Palmolive вот такой. Я не знаю, они поменяли упаковку или это просто... А нет, разные. Это Naturelle, получается, как бы серия, да? А это арома настроения. Ой, спецэффекты. Очень вкусный аромат. Гель кремовый с маслом макадами и цветочный аромат. Вот такой вот. Ой, я не могу, я прямо наслаждаюсь. Девчонки, мальчишки, вот не поймете, кто не понимает, вы не поймете, какое это наслаждение. Аквафру тоже у меня был в упаковке, несколько средств, подарок это тоже от девочки. Не скажу от кого, чтобы не обижать остальных. Очень вкусно пахнет, я тоже достала и уже поставила пользоваться. Далее, от Тиандэ, яблочный смузи, кажется так, да? Яблочный пай, такое название, очень красивая упаковка. Далее. Так, что у меня тут еще из высоких-то я смотрю. Есть вот такой Swedish Spa. Это со скрабирующим эффектом. Туба. Еще у меня от Avon тут близко со скрабирующим эффектом. Тоже кремовый такой. Очень вкусно пахнет ванилькой. Дальше. Есть от Oriflame вот такой серия, ну я не буду секрет, Natur Secret. Это с ананасом, вкусный-вкусный сладкий такой аромат, вообще прелесть. И также есть от этой же штуки
вот от этой вот серии с киви, с ароматом киви. И тоже тут, смотрите, с карабинки такие косточки красивенькие. Вот сюда поставим. Дальше я вам покажу. Вот еще от Avon есть вот такой увлажняющий. Спелая клубника, тоже скраб. Я сюда к этим же скрабам поставлю. И в тубе у меня есть еще скраб. Сейчас покажу. Вот такой. Идеальная кожа черного жемчуга. Он уже такой с кофе и конкретный. Я еще не использовала. Ну вот девочки говорили. Так, давайте как-нибудь вот так, что ли. В банках я скрабы покажу в конце. Сейчас я вам покажу еще гели. Так, кому надо? Кому-нибудь уже надо? Я не могу. Я после комментариев некоторых думаю, может не снимать уже. А потом думаю, ну с другой стороны, это же моя жизнь. Какая разница? У кого-то, вот как одна девочка написала, я не понимаю, почему... Ну, кто там любит много гелей, но я понимаю, кто любит очень много обуви, потому что она очень любит обувь. И, естественно, ну, вот разумный человек понимает, что у одних пристрастие к одному, у других к другому. И действительно она говорит правильно. Но одному вот хорошо вот с этим, другому с обувью, а третьему, это уж я от себя, с колбасой в холодильнике. Каждому свое. Давайте я покажу вот таких вот стройняшек худеньких. Это от Faberlic, малина и белый шоколад. Это от Avon, маргаритка и сицилийский лимон. Это от Faberlic, вишневый конфитюр. Такая вкусняха вообще. У меня вот суфле закончилось сейчас. Маракуйя и пион от Avon. Карамельные пралины от Faberlic. От Avon ваниль и сандаловое дерево. От Avon нежный йогуртовый крем для душа. Аромат лесных ягод и граната. Тоже вкусненький. Ну, не всем нравится аромат, мне нравится. Solar. Это от Oriflame. Вот такой тоже кругленький. Так. Грациозный гиацинт от Faberlic. Такая вкусняшка, ее величество роза от Faberlic. Дальше... А вот от Swedish Spa еще один. Это от Oriflame. А, вот он вместе вот с этим вот скрабиком идет. Так, вот такой оранжери пион и лилия от Faberlic. Много, конечно, много всего. Но человек счастлив, и пусть будет счастлив. Так. От Yves Rocher я не буду говорить с чем. Вот это корица. Потому что я плохо вижу. Надо сзади читать. Я по картинкам. Тут тоже корица и апельсин, наверное. Апельсин и корица. У меня таких два тоже. Разные, кстати, девочки подарили. Ну вот, у меня два теперь. Очень люблю. Прямо даже рука не поднимается. Открыть это от Yves Rocher сирень. Очень вкусный. Мой обожаемый ландыш. Открываю, нюхаю и закрываю. Вот. Это вишня в цвету, тоже от Yves Rocher. От Yves Rocher апельсин с чем-то. Какао и апельсин вот такой. И, ну и, это не последний просто в этой коробочке последний. Вот такой вот яблочный гель для душа. Он классный, такой маленький. Так, дальше. Давайте я покажу теперь от Jardin Dumont. Вот такие. Тут лаванда. Лаванда Прованса. Два у меня астраханских арбуза. Тоже от двух разных людей приехали. Ой, обожаемый мой флоридский апельсин. Это вообще, это такая вкуснятина. Хоть пей. Так. Пытаюсь тут разделить. Еще один апельсин флоридский. Это с кофе. Бразильский кофе.
тоже вкусный очень. Есть обожаемый мною грейпфрут. Тоже два, это все от разных людей. То есть пары не от разных приходили. Это все вообще подарки. Еще одна лаванда. Калифорнийский миндаль. Иланг-иланг. Вообще они такие красивые. Африканское какао. Вот такая красота. Жардан Дюмонт. Тоже еще один миндаль. Вот они, видите, поменяли упаковочки. Было так, стало так. Вот. Так. Сроки годности вот до 18 года, до 17. Так, и, наверное, последний, что ли. Вот такая вот вкусняшка. Лимон и базилик, по-моему. Да, лимон и базилик. Вот такая вот вкусняшка. Все. Представляете? Вы говорите много. Ничего не много. Вот-вот закончится. Так, ладно. Давайте я вот эти-то все-таки верну. Малышки, вот это самый-самый вкусный гель для душа. Это земляничка. И бурбонская ваниль. А этот был оливковое масло. Оливковое. Вообще такие крошечки классные. Так, ну давайте теперь я покажу скрабы, а потом уже в конце покажу жидкое мыло. Скраб у меня есть для тела. Детокс, так, боди скраб, без парабенов, вот такая вот вкуснятина зеленая, вот, такая. Это подарок, у меня скрабы вообще, по-моему, все в подарки. Морожка на сахаре, это секреты, вот такой вот красивый, где, вот такой красивый. Лимонное монпансье, вот такая красота. Тоже только-только недавно приехал. Подарок. От кафе красоты скраб для тела шоколадно-ореховый щербет. Вот такой красивый. От кафе красоты скраб для тела персиковый щербет. Вот такой розовенький, симпатяга. Дальше. Очень вкусный малиный белый шоколад. Вот он такой вот. Так, дальше скраб для тела, лимонник на сахаре. Ой, сейчас одну секунду. Вот такой есть скраб для тела. Апельсин и корица, это от Спивак, это очень-очень классный скраб. Я им сейчас пользуюсь, я вам даже его по-быстрому покажу. Хотя я его уже показывала, когда ходила в сауну. Вот такой вот он, видите, прямо масло. В нем прямо масло, и на теле вот это масло классно питает тело. Так, есть Organic Shop, пилинг для тела. Вообще у Organic Shop, так, тут у нас что? Папайя и тростниковый сахар. Вообще у Organic Shop самые такие конкретные скрабы. Кто любит щадящие, то вам не очень подойдет. У них такие они хорошие. И вот только-только тоже приехала вот такое оранжевое, апельсиновое. Аж слюни текут. Апельсиновый фреш. Вот такая красота яркая. Очень приятный. Все, скрабы у меня закончились. Давайте покажу мыло. Жидкое мыло Фитобаня. Это была моя мечта, и мне ее подарили. Так. У кого-нибудь еще есть вопросы, что я выклянчиваю? После этого можно разве сказать, что я что-то выклянчиваю? Так, солнечная облепиха. Вот такая красота.
ароматная земляника. Это такая вкусняха. Так мне нравится, какой он вкусный. Это мыло для кухни уже с фруктовым ароматом яблочное. Точно такое же сейчас у меня открыто. Еще от Le Petit Marseillais апельсинового дерева цветок. Следующее от Спивак тоже апельсины корица. Тоже подарок очень такой для меня ценный. Скоро открою, хочется попробовать. Вот такая вкусняха, малина и белый шоколад. Дальше от Safeguard с цветочным ароматом. Вот такое мыло антибактериальное. Есть с ландышем от Senses Avon. От Senses есть зимнее волшебство. Вот такая красотуля. Также есть вот такой юный османтус. И вот такое вот мыло тоже для кухни. Видите, у меня адекватное количество мыла для кухни. Это уже новенькое с цветочно-пряным ароматом. Но есть еще новее у них. Да, по-моему, еще одно какое-то появилось. Забыла. Ну, пятое у них. А, с орхидеей. Да, ну вот с орхидеей я не брала. И представляете, вот такие богатые запасы интимного средства. Вот жидкое мыло для интимной гигиены. Оно такое интересное, треугольное. Но вот для интимки это все, что у меня есть. Вот. Все. Все вам показала. Надеюсь, вам было со мной интересно. Запасов реально много. Я это признаю. Все, что я не успеваю использовать, я дарю, потому что тут больше, чем мне необходимо. Ну вот сейчас я тоже часть уберу, часть я на подарки отправлю. Но опять же, на подарки, как я уже в первом части говорила, я оставляю то, что покупала сама лично. То, что мне дарили, это я использую сама, потому что, ну, у меня рука просто не поднимется передарить. Мне кажется, это как-то нечестно. И кто мне писал там, что это надо продать и сделать ремонт в квартире, я повторяю, что продавать я ничего не буду. И если мне надо будет сделать ремонт, я его сделаю. Вот. Все. Для слабонервных. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Ждем третью часть. И пишем добрые, хорошие комментарии. Ну, либо никаких. Можно просто поставить дизлайк, и этого будет, я думаю, достаточно. Все, всем пока!